Правильная позиция, прицел и выстрел. Глава Увельского района по мишеням палит постоянно. И как у него времени на это хватает? Видимо, активно готовится к соревнованиям среди руководителей территорий. Сегодня он стал победителем стрелкового турнира. У него 79 очков. Стараемся недели за две-полторы начать хотя бы пристреливаться к винтовке, потому что нужны определенные навыки, нужна определенная стойка. Соответственно, пристреливание винтовки к условиям, в которых ты будешь стрелять. Это много факторов, которые влияют на результат. Зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица» проходит с 2004 года. В этом году на соревнованиях заявилось 22 команды из сел и поселков Челябинской области. В минувшие выходные прошли соревнования по шахматам и шашкам. Сейчас очередь футбола, хоккея и гиревого спорта. Аналогов в России не существует, так как зимние, так и летние сельские игры. Поэтому она очень важна для нашего региона. И самое важное, что здесь принимают участие именно труженики села агропромышленного комплекса. То есть это экономически активное население. Соответственно, они дают пример детям, своим в том числе, а также молодому поколению, именно как нужно заниматься спортом. Едкульский район уже в четвертый раз принимает спартакиаду. Три раза летом, теперь зимой. У нас спортивные семьи проходили в Пласте, лыжные гонки и футбол женский проходил в Увелке. И вот шахматы, шашки у нас. И вот сейчас уже еще четыре вида спорта тоже проходят на нашей территории. Ну, вообще, Едкульский район всегда занимает, он всегда в пятерке, ну, максимум в шестерке сильнейших районов области. Поэтому, ну, в связи с тем, что проходит у нас на территории, хотелось бы попасть в тройку призеров. В этом году Едкульский район отмечает 285 лет. Эта спартакиада стала частью празднования юбилея. Юлия Сафронова, Роман Поротиков, 31 канал.